привет. Короче, сегодня у нас 23 число. Это мамин телефон. Здравствуйте. Всех мужчин с праздником. Мои родители пытаются найти еду. И знаете, почему они пытаются найти еду? Потому что мы в Праге. Чего? Окей, пойдемте смотреть. Хочу, вам не видно, но это, короче, спейбл, а это гурбинок. А, это этот, куда мы ходили в музей. Вы помните, то, что... Вот, мы отошли от Тынской площади. А, вот она. Мы шли на Вацлавскую, купили там Джиджи опять ходить себе вещи. И сейчас идем есть. Я не знаю, будет ли что-нибудь интересное, но если будет, я снимаю на сегодня с вами. Прошу. Кек. Не знаю, в какую сторону крутить. А, во. Когда-нибудь я научусь это делать. И second one. Офигеть! И вы знаете, прям запах весны. Смотрите. А там люди. Е, все, закрываем, а то очень холодно. Хотя у нас плюс 15. Так, мы наконец-то собрались, наконец-то оделись сейчас. 12 часов, встали в 9, так всегда. И я взяла с собой... Ну, я одета, в принципе, как вчера, но сегодня папа сказал, что у нас похолодало. Я в этом не уверена. Похолодало 10 градусов? Ну, даже меньше. Ой, больше, мне кажется. Идем на Пражский град. И куда-то еще. Как человек говорит. Вот. И, короче, вы идете с нами. Не важно, что вы там были 1500 раз. Пофигу. Доехали до Пражского града. Тут очень сильный ветер, и я не уверена, что вы меня слышите. Кстати, я открыла свои новые наушники специально, чтобы снимать вам видео. Погода солнечная и пахнет жутко весной. И это классно. И скоро начнут цвести розы, это тоже классно. Как там заснеженная Москва? Блин, серьезно, мы вчера улетали с супер заснеженной Москвы. Мы улетали в снегопад. И моя бабушка типа, видимости ноль, классно умеет подпадать. Приехали сюда, мы улетали из зимы такой, причем глубокой зимы, а приехали и тут весна. Глубокая. Глубокая, тут глубокая весна. Да, весна. Boxing and rapping in the summer rain, like a boss whose name jazz and blues. Дошли до Страговского, и на самом деле сегодня холоднее, чем вчера явно. Но чуть-чуть ветер. Если, скажем, что вы если бы не ветер, то мама хочет опять игрушки, ля-ля-ля. Если бы не ветер, все было нормально, но вчера я ходила без шапки, даже вечером. Сегодня я в шапке, потому что холодно. И, кстати, ветерно. Это Страговский. Приветули. До свидули. Солнышко, господи, я в кроссовках. Посмотрите, это весна. Хм.
Находимся в соборе Святого Вита, и я сугубо уверена, что вам очень интересно, вам тоже снимать видео, потому что наушники мне лень доставать, потому что нам выгребли всю сумку, чтобы посмотреть. Безопасность превыше всего, я согласна. Но мой пот не обещал долго жить, и от холода он замерз, поэтому как бы на меня жутко неправильно смотрит женщина. Ну да, вот. Короче, я не знаю, сниму ли я вам еще что-то сегодня, но я надеюсь, что мой пот выживет, поэтому... Всем доброго утра. Мне интересно даже, сколько времени сейчас, потому что мы вышли из дома где-то в 10, да? А в результате мы просидели где-то час за компьютером, чтобы заполнить мое заявление в университет, но мы его не заполнили, потому что 100 строчек принялось, а 2 из них не принялось. Чешское образование. Классно. Сейчас мы наконец-то идем завтракать. Потому что мы идем завтракать. Мы дошли до кафе. Как оно называется? У Водяного? Да. Мама так выдохнула. Смотрите, какая-то скрытая. Вот там Водяной. Тут очень миленько. Тут достаточно миленько. Вот так. So cute. Папа, столик нормальный? Видно. Сейчас будем в кафе, и папа заказывает себе фрут-ти. Фрут-ти. А нам приносят, как называется? Фрут-ди-маре. Пап, я не могла это не рассказать. И, короче, она так на нас смотрит, типа, what the fuck? И папа такой, я заказал фрут-ти. Ну, в общем, предыстория о том, как мой папа speak English. Сори, так сори. Здесь тупая, она не понимает, нифига. Папа на английском.
Катя, this fruit tea. Как тут еще можно понять? Покраснела. Там, кстати, вид очень красивый. Вот такие вот дела и приключения. Dying by the hand of a foreign man, happily calling out my name in the summer rain. Ciao amore, Salvador can wait. Now it's time to eat soft ice cream. Слышала? Да. Меня... да. Петушок прокричал. Да. Ну что же, всем привет. Я сугубо не помню, какое сегодня число. Сегодня у нас 25 февраля. Сегодня был очень crazy day, потому что было очень много планов с моей связанной, с моей учебой, связанной со всем, в общем. Практически все сделали, но куча недочетов, в общем, crazy day. Ну, в принципе, эта поездка и подразумевала такое. Мы сегодня были на шопинге, я купила подарки своим друзьям на 8 марта, подругам. И я бы хотела вам их показать, но боюсь, что этот влог выйдет раньше 8 марта, поэтому думаю, нет. Но я очень хочу показать две кофты, которые я себе купила. А все остальное вы видите в холле, но эти две кофты стоят того, чтобы вам их показать. Потому что они достаточно по тумблеру такие. Ща. Первая выглядит вот так вот. Она... ой, я чуть не упала. Она обычная розовенькая, и она такая немного укороченная. И у нее очень приятная ткань, как будто, знаете, как будто нубук. Похоже на нубук, но это, понятно, не кожа и не нубук. Очень приятная, очень классная, я ее хочу носить в школу обязательно. И вторая, она, в принципе, тоже из такой ткани. И у нее тоже такой же просто офигенный просто ткань. Серьезно, я влюбилась. И тут написано «Forget the rules», то есть, типа, забудь про правила. И я тоже хочу ее носить в школу, потому что, в принципе, в 11 классе носи, что хочешь, тем более цвета такие, ну, очень нежные и пойдут в школу. Еще я купила кучу новой из коллекции Gigi Hadid или Hadid. Но вы это увидите в холле на моем главном канале, будет немного интриги. Но так как я жутко устала и мой пот уже разряжается, я прощаюсь с вами. Завтра мы едем в очень интересный чешский город. Вы узнаете об этом завтра. Потому что там я была, но вы со мной там не были. Новый экспириенс для вас, скажем так, и для моего влога. Поэтому увидимся с вами завтра в следующем влоге. Но в этом влоге я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели его. Спасибо, еще раз спасибо. Сильно люблю вас и желаю вам всего самого наилучшего. Пока!